Тамбовская область. Понятно. Может, вопрос у вас интересный есть. А вы откуда? Валуйки, Харьковская область. Да не знаю, вопросов как-то не заготавливал. Ну, на какие темы беседуете, рулет? Да все от собеседника зависит. Украинцы в основном все о политике переводят. Не, ну я вряд ли на мои темы будете беседовать, поэтому я вам предлагаю вашу тему озвучить. На какую вы приняли? Украинцы, может быть, да. Ну а вы не украинец? Я что, похож на украинца, что ли? Ну, по внешнему виду нельзя определить. Но вы живете же в Харькове. Ну а по разговору можно определить. Украинцы. Ну я не всегда так владею диалектами. У них фрикативная х, например. Если в Харькове живет, что ж он украинец, что ли? Если большевики отдали в 1918 году русский город Харьков Украине, значит, что он теперь стал украинским навеки, что ли, по-вашему, или что? Как вы думаете? Ну, я считаю, что это была историческая несправедливость. Верно считаете. А вы ее поддерживаете, называя жителей Харькова украинцами. Ну, скажем так, в рулетке не каждый так скажет, как вы. Поэтому я уж просто привык, что в Харькове нету таких людей, как вы. В Харькове много людей. Вы, наверное, это в Днепре нет, наверное. Вы, наверное, вы просто не владеете ситуацией. Дело в том, что на момент этой вот безобразной акции, которую совершили злодеи, большевики, Ленин и Троцкий 3 марта 18 года по Брестскому миру, когда они передали Донбасс, Харьков, а также часть Кубани, современной Белгородской и Воронежской областей Украине, УНР тогдашней. Вот. Этнический состав Харькова по соотношению великороссы и малороссы был лучше, чем этнический состав. То есть великороссов было больше, чем в таких городах, как Белгород, Воронеж и Екатеринодар. И лишь немного Харьков выступал городу Ростову. Однако потом Белгород вызволили из Украины, уже из Таганрог вызволили, или иные города Ростовской области. А вот Донбасс и Харьков оставили. Причем Ленин цинично заявлял, что мы помогли Украине пролетариату. Вот на народ ему было наплевать, а вот такое он заявил. Это даже не постыдились, вот мы в СССР в школе это изучали, эту фразу Ленина. Да не постыдились даже ее оставить. Ну вот видите, я даже когда Путин в феврале, он же говорил, что была историческая несправедливость, и Ленин там, скажем, ну, намекал на это. Да, да. Путин, в этом отношении Путин абсолютно прав. Но и он-то словами прав, а действиями надо было в 2014 году это делать, да. Ну, понятно. Ну, конечно. Было бы меньше кров, или как скажем. Да, да, было бы все бескровно. Если хотите, ну знаете, значит, заходите почаще, подписывайтесь. Нет, я понял, кто вы, я просто, вы изначально, я вас с вами говорил, вы говорили, что вы из Канады, да. Я вас потом вспомнил, а думаю, вроде как похож, а почему он говорит с Харькова? Ну, это троллинг такой. Если я говорю из Канады, многие переключаются, им неинтересно с Канадой разговаривать. Ну, я понял. Не, я знаю, кто. Я просто в теме, в чат-рулеточной уже давным-давно, я вас видел. А, так у вас свой канал есть? Или вы выкладываете какие-то ролики сами? Нет? Не, у меня канала нету. Я так иногда захожу сюда. А. Ну, хорошо, заходи. Но я так смотрю, у вас такая позиция. Вы особо с ними не спорите, с вот этими упоротыми, да? Или нет. Я ошибаюсь? Нет, ну, я... Дело в том, что это... Ну, наши вот как бы блогеры, да, пророссийские, они стараются с ними как бы сраться, чтобы аудитории это нравится. А я их делю на тех блогеров, с которыми можно вести интеллектуальный диалог. Есть такие среди укроблогеров. И с которыми нельзя, с которыми нужно вот сраться, как, ну, которые троллить там, допустим,
Это обычно... Не, ну хорошо, ладно, я вашу мысль понял. А разве у украинцев есть такие блогеры, с кем можно вести такой диалог? Я же вам говорю, как интеллектуальный. Вот по моему мнению, они есть. В отличие от других блогеров, с интеллектуальными блогерами я веду интеллектуальные разговоры, и это вы можете найти меня на канале. Хорошо, ладно. То есть те... Я вас понял. Те украблогеры, которые способны к адекватному... культурному разговору, я с ними веду культурно, в отличие от других блогеров, которые все равно с ними срутся, из наших, из пророссийских. Вот это... Ну, ладно, тогда вопрос последний. Ну, даже если вы с ними дискутировали или там вели разговор, все равно же, получается, у вас они как были, ну, как бы бронелобы, так и остались. Да, нет. Ну, если те, кто, допустим, есть такой блогер, Злобный Барк, у меня чисто с ним о науке разговор. Мы политики не касаемся. Он разбирается в науке, в которой я специалист. Другой там есть такой, киевская хунта. Мы с ним, так сказать, культурно беседуем, потому что оба любим занимательные задачки на логику. Да? Друг другу задаем. То есть... Не, ну просто когда вы говорите с ними, вы же с ними о политике говорите. Ну... Бывает, что вообще не говорю. Вот Беспало есть такой, да, Беспало. Я с ним вообще о политике не говорю, потому что разбирается в физике, с ним можно по физике поговорить. Не, хорошо, а при том, когда он с вами общается, он понимает, откуда вы, он знает, что вы, ваша позиция не проукраинская? Знает, знает. Но тем не менее, если этот блогер обладает интеллектом, он не будет касаться политики, зная о том, что я его оппонент политический. Он будет со мной беседовать не о политике. А блогеры, у которых не хватает интеллекта, они только о политике способны беседовать, поскольку они на это подготовлены, заточены, больше ни на что не способны. С теми, соответственно, как обычно. Ну просто смотрите, когда просто можно обмениваться мнением, я не знаю, просто как с ними можно... Я понимаю, можно с ними вести на другие темы разговоры. А мне кажется, на политические темы, какой бы он ни был интеллектуальный, но это невозможно. Вот я об этом. Ну, учитывая, если вы именно на политических отношениях России и Украины, то да. И то есть у них, ну, сейчас они, так сказать, не беседуют, это стрёмно в Украине, да? Дело все в том, что я вас помню, знаете, какой ваш, я смотрел ваш канал, вы там были с этим... Я просто даже не хочу его называть, мне эта личность раздражает, но вы с ним беседовали. Вы с Луганским, что ли? Нет, есть такой Хазан, блогер из Львова. А, Хазан, да, есть такой, да. Да, с Хазаном у меня 3 диалога с Хазаном, а с Луганским 6 диалогов. А вы считаете его высокоинтеллектуальным, чисто ваше мнение? Хазана или Луганского? Геннадий Хазан. Ну, я не считаю его высокоинтеллектуальным, но я его считаю относительно интеллектуальным на фоне других украблогеров. То есть, если сравнить его со старым Дикобразом, который вообще это ноль в интеллекте практически. Старый Дикобраз, знаете такого? Да, да. Так вот, на фоне старого Дикобраза он весьма интеллектуален, Хазан. Но это видно. Он грубоват, он работает на аудиторию на свою, потому что там сама аудитория, в общем-то, по интеллекту не плечет и по культуре. Если бы он заточен был на целевую аудиторию интеллигентную, он способен к интеллигентному разговору. Вот посмотрите, у меня... Вот... Хорошо, ладно. Нет, я... Я вас услышал. Да, хорошо, договорите. Сейчас я вам доскажу. Вот посмотрите, мой диалог 2, он такой на ножах с Хазаном, а есть диалог 3, он миролюбивый, потому что он меня не признал. Я ему признался, как я ему представился как подписчик, а на самом деле подписчик, ну подписывал. Подписчик не обязательно единомышленник. Вот. И тут он со мной очень миролюбиво говорил. Вот на контрасте, посмотрите, диалог 2. Естественно. Диалог 2 с блогером Микола Рушницей, название точное, и диалог 3 с блогером Микола Рушницей.
Вот. А есть такой еще блогер Луганский, знаете? Нет, на опросе смотрите. Не-не-не, вот опять, в свете того, что этого Луганского я знаю. Но просто в свете того, что вы о нем сказали. Вы же помните, как его разыграл наш пацан в прошлом году? Ну, это самое, Коронай. Помню. Ну, Коронай тоже, он хороший, умный парень. У меня с Коронаем. Не, но дело все в том, что когда Коронай еще не был Коронаем, он же его, по идее, ну, крючок-то подсадил. Он же в итоге обосрался, Казан. Ну, я согласен. Но Коронай молодец, что ты скажешь. Вот. А что? Не, просто я следил за этой темой, когда он обосрался, когда он там на месяц куда-то пропал, Казан. А потом, типа, все забыли. Кстати говоря, у меня... Я до сих пор помню. Я тоже помню. У меня с Коронаем тоже интересные диалоги. Вот у меня лично, посмотрите. А, кстати, он сейчас мелькал мне в чат-рулетке, он сегодня здесь. А, ну вот, у меня с Коронаем интересные диалоги. Там 3 или 4 диалога, посмотрите. Ну, там хорошо. Он больше такой, историческая тема у него подкованная, да, я так понимаю. Не, ну он и в химии подкован. Слушайте, хорошо, я... Как ни странно... Смотрите, я тогда следующий... Да. Следующий вам вопрос по этим... Вот ваше мнение по этим... Я их недоблогерами считаю. А вот этот вот одесский... Ну я даже не хочу его называть. Вы поняли, кто? Седовласый. Вы его как к нему относитесь? Одесская хунта. Значит, смотрите, вот их 4 блогера, диалогеры с серебряной кнопкой. Это Луганский, Дикобраз, Полтава и... Одесская хунта. Единственный из этих 4, кто в принципе способен к адекватному диалогу, хоть он и, конечно, врун, я не спорю, но человек, способный к адекватному диалогу, это вот Одесская хунта. То есть, если он захочет, он способен вести адекватный диалог. Полтава и Луганск — это троллингеры. А... Понятно. Ну, то они троллят просто. Полтава троллит быдло, то есть простолюдина. И Полтава — это свинья. Ну, он, это самое, для, так сказать, удовлетворения низших инстинктов аудитории, то есть таких вот самых низших слоев. Ну, то есть, я так резюмирую, вы считаете, что он врет, но вы с ним можете говорить, да? Я с ним могу говорить на тех темах, где ему нет смысла врать. В этом случае... Нет, ну так дело все в том, что, понимаете, с каким видом врет такие исторические вещи. Я понимаю, я знаю. В тех темах, повторяю, в тех темах, где ему нет смысла врать одесской хунте, он способен на адекватный диалог. В отличие от других... Хорошо, а вот этот урод из Днепра, который, я тоже не буду называть его канал, который там, ну у них тоже он там входит в 5. Там из Днепра 3. Киевская Русь, Эдгар и этот самый звукорежиссер. Которого? 1, 2, 3? Ну пускай, первый. А, ну как, тоже человек недалекого интеллекта, но у него есть оперативная память хорошая, реакция. Оперативная реакция, ему не откажешь. Он хорошо реагирует на троллинг. Нет, а по поводу его интеллектуальных особенностей, ну, как по вашему ощущению, вы можете говорить на отвлеченный? Я же вам сказал. Или он тоже тролль? Нет, он не такой троллинг, он пытается вести интеллектуальные диалоги, но ввиду небольшого интеллекта это у него не очень получается. Хотя в зависимости от аудитории. Аудиторию методика дискурса, он владеет методикой дискурса. Вот самое интересное Луганский. Вот если Луганского вы смотрите, у него очень интересный момент. Вот вы знаете, чем отличается эрудиция от интеллекта? Ну, в общих очертаниях, да, я думаю, я понимаю. Эрудиция... Ну, продолжайте. Я вам подскажу. Ну, эрудиция, это, в моем понимании, это то, что ты воспринимаешь вот памятью. Ну, это... То есть, грубо говоря, ты мыслишь,
не своим разумом, а то, что вот как бы ты помнишь где-то и можешь просто по памяти воспроизвести какие-то там события или какие-то термины. Интеллект или там логика, надо думать. Ну, почти правильно. Я вам сейчас более детально расскажу. Вот Луганский – это уникальный человек, который при весьма неплохой эрудиции обладает низким интеллектом. Это редко встречается, но вот Луганский такой. Эрудиция – это способность акцептировать информацию, ее хранить в мозгу и грамотно ее воспроизводить. Вот что такое эрудиция. А интеллект – это способность оперативно управлять своей эрудицией. Вот у Луганского эрудиция весьма высокая, ну, выше среднего, по крайней мере, неплохая. Но интеллекта у него мало. Он не может оперативно... У него куча помощников и куча заготовок. Он, как старательный школьник, аккуратно готовится к стримам. Это вы нужно отдать ему должное. Почему? Потому что, обладая низким интеллектом, при этом весьма высокой эрудицией, он может и в то же время дискуссионным талантом определенным, он может завести аудиторию и держать ее. Но оперативно, как вот некоторые отвечают на вопросы сразу, он это не особо любит, потому что тут нужен интеллект, чтобы... Я понял. Вот это особенность Луганского, то есть весьма высокая эрудиция при низком интеллекте. Ну, понятно. Слушайте, они сейчас, вот эти вот недоблогеры, как я их называю, они сейчас, вы же там следите за ними, они сейчас до сих пор вот это выкладывают, что-то редко сидят, мне просто интересно. Они реже сидят. Вот пока идет спецоперация. Реже сидят, вот эти самые, кого мы обсуждали, они Луганский практически вообще не сидит в рулетке. А эти вот, ну, Ружница почти не сидит. Киевская Русь иногда сидит, но намного реже, чем раньше. Но есть другие новые блогеры, которые только и сидят в рулетке. Там Одесская Краевка появилась. Вот, там Туркмен-Одесский... А этих новых, из нового разлива я даже их не знаю. Нет, ну, появились новые, которые сидят в чат-рулетке, а из старых мало кто сидит. А, Дикобраз только сидит в рулетке, из старых. А как вы считаете, что они не сидят? Ну, некоторые вообще, так сказать, прекратили, приостановили деятельность, потому что, особенно кто из Днепра, там были еще, из Харькова такие, ну, как пророссийские из Харькова приостановили, так и проукраинские, потому что стрёмно, Харьков уже в таком положении, что все ждут, чем кончится. А кто еще приостановил? Дед Олесь, естественно, приостановил, раз он из Херсонской области. Да, я просто знаю, что он был из Херсонской области, но понятно, что он ее там, наверное, куда-то убежал. Ну да, да. Так что в зависимости от города, да, у него любой бы на их месте, собственно, и приостановил. Слушайте, а такое ваше мнение, смотрите, у нас был такой Саша из Америки. Ну, что значит? И когда началась спецоперация, он взял и свинтил. Как вы можете прокомментировать? Он это зря сделал или он испугался? Как вы вот вообще расцениваете эту ситуацию по отношению к его личности вообще? Что он, испугался или что это? Ну, во-первых, он не свинтил, он как бы приостановил деятельность. Он же, или там он удалил ролики. Ну, ладно. Ну, хорошо. Значит, я расцениваю так. У него была только одна тематика. Он был заточен на одну тематику вглубь. Это называется интенсивность. Есть экстенсивность у блогера, есть интенсивность. Он действовал интенсивно на пиаре Минских соглашений. Поскольку с началом военных действий, да, в феврале, Минские соглашения официально прекратили свое существование, значит, его канал, как он декларировал себя, как который призван призвать соблюдать Минские соглашения Украину, потерял смысл. Вот я вижу логику. Он мог перестроиться на другую тему, но... Может, когда появится и перестроится, допустим, на какую-нибудь историческую тему. А он копал именно, если вы смотрели его, именно Минские соглашения практически в любом ролике. А поскольку они приказали долго жить, соответственно, его беседы стали бессмысленными, они просто не имеют смысла по Минским соглашениям. А другой тему он, очевидно, не подобрал, не захотел.
Хотя я бы на его месте что-нибудь взял по истории там. Появление украинцев. Не, я понимаю, украинцев, он, в принципе, например. Да, он это заявил, да. Когда он уходил, он примерно так и озвучил. Но я считаю, что он чисто на самом деле подиспугался. Я думаю, он бы, если бы так не декларировал себя, что он как бы приверженец мира, приверженец Минска, я думаю, он все равно он больше был за Россию. Ну, я думаю, дело в том, что это в Штатах, что ему пугаться. У него не было антиамериканской пропаганды, в отличие от Саши во Флориде, да, он же не пугается. Потому что Америки все-таки там демократия. Да, кстати, да, есть. Кстати, да. А вот там еще есть такой тролль у вас в Америке сидит. Ну, не, я имею в виду Канада, Америка, у вас все равно это Америка. Ну. Для меня. У вас там еще есть такой тролль сидит, пророссийский. Вот мужик такой. Ну, не знаю как. Ну, Миша. Он тоже потраливает. Он любит с украинскими общаться. Миша, что ли? Наверное, не знаю. Ну, Миша из Канады есть. У нас немного диалогов. Да не Миша из Канады. Миша из Канады — это хрен с ним. Такой еще, знаете, есть. Он в Америке живет, в США, я имею в виду. А, который оружейник, что ли? Он проукраинский. Не. А кто еще? Ну, короче, ладно, я сейчас его так не пишу. Такой мужик, он в халате иногда сидит. Ну ладно, бог с ним. Он больше пулит, понимаете? Ладно. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские — это какой, чей, отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Это ж русские группы. Мы сделаем украинскому угару на чмоне. Италец? Да. Украина, которая создана. Группа экономическая. Не надо испытывать наше терпение.